Друзі, всім привіт! На виставці Агроекспо підійшов до зерноочисних машин, зерносепараторів, сад. Ви дуже часто просите зробити огляд таких машин. І зараз нам покажуть, представлять свій агрегат, як він працює, який принцип роботи його, в чому економічна ефективність даного агрегату. Здравствуйте, дорогі друзі! Мене зовут Чернаба Ірина, я представляю завод Аэромех. Нашему заводу в этом году 20 лет, и технология Аэромех тоже 20 лет. В чем преимущество сепараторов САД? Уже каждый фермер практически обладает сепаратором САД, все примерно знают принцип его работы. Производительность наших сепараторов варьирует от 4 до 150 тонн, поэтому каждый может подобрать себе агрегат в зависимости от посевных площадей и своих потребностей. Сепаратор САД – это безрешетная аэродинамическая машина, которая сортирует зерно в турбулентных потоках, и это очень важно. Это зерна, которые сформированы в средней зоне колоса, самые выполненные, полноценные и высокоурожайные. Вот сепаратор САД как раз и отбирает эти зерна. Это семена с высокой всхожестью, урожайностью. Эта сортировка в основном используется в линиях по очистке зерна или просто непосредственно одним агрегатом можно сделать и первичную очистку, и финишную калибровку. На этом агрегате мы можем с вами сортировать все виды зерна, начиная от мелких семян и заканчивая крупными бобами, там, тыквой, фасолью и так далее. Во вторую и в третью фракцию у нас в основном попадают удельно тяжелые семена. Это семена, которые сформированы в средней зоне колоса, с сильным зародышем, с максимальным удельным весом. В четвертую и пятую фракцию у нас с вами попадет фуражное зерно и дробленое зерно с отходами. В циклоны, в аспирацию попадают уже пыль, мучка, полова. За один проход мы с вами можем сделать первичную очистку. Если нужно, следующий проход мы делаем подготовку уже посевного материала непосредственно. Сейчас я включу агрегат и покажу, как он запускается. Сначала мы запускаем циклон. В данной модели это на 5 тонн в час у нас агрегат, машина САД 5 с циклоном. Затем запускаем главный вентилятор, который подает воздух, настроенный генератор. И запускаем вибролоток. Это под бункером устройство, которое равномерно распределяет зерно в камеру сепарации. Теперь делаем подачу зерна, открываем незначительно для того, чтобы произвести настройку. И регулируем подачу воздуха, больше и меньше. Чем больше дадим воздуха, тем дальше мы отвечаем зерно в сторону. На пшенице используется регулировка где-то посередине. И теперь смотрим, оцениваем качество. Вот вторая фракция. Здесь мы отбираем самое выполненное, полноценное зерно. Это удельно тяжелые семена. Во второй фракции то же самое примерно. Если вдруг там попадает какая-то соринка, мы вот этим флажком с вами можем влево-вправо отрегулировать и перенаправить отходы. В этой фракции мы попадаем в фуражное зерно, щупленькое, и отходы какие-то могут быть. Вот видно, здесь уже щуплые плохие семена для посева плохие. И пятая фракция – это, собственно, отходы и дробленые семена, вот такие. Это отходы. Машина очень простая в эксплуатации, вам будет очень легко. Економічний ефект даної машини. От фермер, наприклад, скільки гектарів у нього має бути, щоб він міг дозволити собі купити такий сепаратор? Наш агрегат на 4-5 тонн в час покупають фермери, у которых даже є тільки 50 гектар. До 500 гектар САД-4, САД-5 удовлетворить ваші потребності. Уже свыше 500 гектар беруть САД-10, САД-15. Якщо вже почти 1000, около 1000 гектар беруть 30-50 тонн в час. Ну и выше. Элеваторные мощности берут на 150 тонн в час. Фермер окупит свою машину, и это не мои слова, это слова отзывов, это слова исследований, исследователей по нашим сепараторам,
За сезон окупается наш сепаратор после того, как посеют семена, отобранные во вторую-третью фракцию. Потому что прибавка урожая составляет 25-35% в зависимости от исходного материала. Поэтому, если мы будем сеять из года в год отобранные на сепараторах сад семена, мы будем с вами получать всегда дружные сильные всходы. А это, соответственно, высокий урожай. Сколько коштує найдешевший сепаратор? У нас найдешевший ще сад один, маленька машина. Вона на одну тонну без вібролотка, вона стоїть около 30 тисяч гривень. А базовая модель С4, вот следующий шаг, следующий, который в модельном ряде, эта машина стоит 49 тысяч гривен. Также работает программа компенсации державные. Мы участники этой программы уже который год, поэтому фермеры всегда обращаются к нам. Постоянно очередь у нас на сепараторы. Просим всех, пожалуйста, планируйте заранее покупку сепаратора, потому что в сезон мы работаем и в две, и в три смены, и желательно планировать. Мы находимся в Луганской области, граничим почти с Харьковской областью. Город Кременная, недалеко от Харькова, на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой области. Дивіться, а щоб поставити цей сепаратор, треба якісь спеціальні електролінії тягнути, щоб її підключити? Достаточно провод. Машины все, которые с циклоном, работают на 380 вольт. Базовые модели на 220. То есть, в зависимости от того, где вы будете ставить, длина провода и все. Сколько потужностей вы используете? Ну, тоже в зависимости от производительности. На базовых моделях 1,8 кВт. Но это на старте. Когда уже настроишь, там половину уменьшается потребляемая мощность. Машина очень экономичная в работе, поэтому то, что она делает, и тот результат, который вы получаете, он все равно окупается. Самые большие машины по производительности у нас это на 150 тонн в час с циклоном. Это элеваторная промышленность уже, или крупные хозяйства, у которых, допустим, уже 2500 гектар, они берут почему-то на 150 тонн в час. Мы хотим с запасом, пожалуйста, поставьте нам. То есть... А элеваторы, например, вот Винницкая птахофабрика взяла себе несколько агрегатов на 150 тонн в час. Они используют у себя на элеваторе наше оборудование. Поэтому, причем несколько машин для того, чтобы удовлетворить все свои задачи поставленные. Ставьте задачу, будем решать. На базе сепаратора мы также производим самоходные зерноочистительные комплексы. Это очень удобно. Сепаратор подъезжает к бурту, скрипковым подборщиком загружается зерно в бункер. Пульт управления есть, машина едет на ходу, она чистит. Через норию выгружается вторая, третья фракция. Вот с этой стороны нория стоит, с обратной стороны шнек для отходов. Стоят датчики в бункере и на подаче зерна. Очень удобно сразу вот очистить зерно с поля, а потом подготовить посевной материал. Это самоходные машины. Также производим с этого года новая, совершенно уникальная модель. Называется она семенная мобильная станция SMS. Это платформа на двухосном прицепе. Вы ее можете цеплять к бусику какому-то, трактору, ездить по хозяйствам. На этой платформе установлен решетный барабанный сепаратор для первичной очистки, для предварительной даже очистки. Установлен сепаратор сад производительностью 10 тонн в час, нории, которые увязывают эти два сепаратора, протравитель семян стоит и весы, которые взвешивают для того, чтобы затаривать в мешке это зерно. На нашем YouTube-канале есть видеообзор этого агрегата, очень востребованный агрегат не только в Украине, а в Европе. Ну и вообще нашу продукцию мы поставляем около 60 стран мира, поставляем регулярно нашу продукцию. Часто в Европе используют для производства экопродукции ее, потому что это зерно, отобранное по удельному весу, оно не требует, когда посеют, не требует много затрат на химическую обработку посевов и семян. То есть минимизируются затраты на это дело, поэтому... А це яка машина, яка модель? Это на 4 тонны в час с циклоном модель. Если вот этот блок аспирации убрать и циклон, и здесь такой отвод легких фракций труба, это базовая модель будет выглядеть так. На нашем сайте подробная информация о всех моделях, YouTube-канал, есть ролики, участие в выставках. Работаем
24/7. Всегда может фермер позвонить, проконсультироваться в любой день. Сепаратор сад – это технология получения высокоурожайных семян. Любой агроном знает, что в средней зоне колоса у нас с вами формируются самые сильные полноценные семена. Семена с сильным зародышем. В нижней части колоса и в верхней части колоса идет позже цветение, и налив зерна, там формирование его гораздо хуже. После обмолота зерновки обезличиваются, и попадая в бункер какого-либо агрегата, мы потом не можем вместе с вами определить, где же было сформировано зерно. А сепаратор сад – это агрегат, который очень чувствительный к плотности семян. И благодаря этому мы с вами отбираем вторую, третью фракцию. Это удельно тяжелые семена. Четвертая, пятая – это щуплые дробленые семена. В 2002-2003 году мы проводили исследования трехгодичные в полевых условиях на базе аграрного университета и пришли к выводу, что зерна второй, третьей фракции по удельному весу соответствуют исходному колосу, соответствуют удельному весу зоны, середины. Золотая середина мы ее еще называем. Что середина – максимальный удельный вес, сильный зародыш. И вторая, третья фракция после сепаратора сад – это золотая середина. И на этом принципе построили мы эту технологию. То есть отбираем самые полноценные сформированные семена. Семена второй, третьей фракции в полевых условиях показали себя с дружными всходами, с высокой полевой схожестью, с высоким натурным весом в лабораторных условиях. На 12% была всхожесть выше, чем в контроле, например. И после перезимовки эти семена лучше себя чувствовали, они лучше перезимовали. Потом на следующий год давали больше кустистость и озерненность зерна. И в конечном итоге, после проведения трехгодичных исследований, мы получили прибавку урожая 35%. Вот и суть технологии Аэромиг. Отбор семян, сформированных в средней зоне колоса, по удельному весу, отбор семян с сильным зародышем и получение прибавки урожая, если мы сеем с вами вот эту именно зону колоса. Так что прибавка урожая практически гарантирована. Тобто, в середньому, якщо підсумувати, ми посіяли зерно, ми ж, як правило, пшеницю сіємо свою ж, ну, не купляємо ми там супереліту, да? Да. А ми купляємо там, ну, нехай купляємо супереліту, потім репродукція перша, вторая, да. І так далі. Відповідно, урожайність там знижується і плюс. А если вы будете из года в год отбирать вторую, третью фракцию, вы отбираете все время полноценные семена. Да, и вместо того, чтобы отримати 44 центра с гектара, ну, цифры, мы в среднем отримуем там 30. Да, да. На сегодняшний день, конечно, у нас сейчас средняя урожайность по Украине не 44 центра гектара, там 70 и до 100 доходят многие. Но это возьмем, что это условные цифры, это цифры, которые исследования, которые проводились в Луганской области в 2005 году. Это такая урожайность у нас была в области на тот момент. Мы смотрим с вами на разницу о том, что средняя часть колоса дает прибавку урожая. Об этом говорят многие исследователи, и Строна, и Майсурян, и Кизилова. Все об этом говорили, но не было способа такого столь точного отбора семян по удельному весу. Мы разработали этот способ, и в принципе сепаратор сад внес революцию в технологию переработки зерна. Об этом даже пишут во многих учебниках, об этом преподают на лекциях студентам. Мы ездили по институтам, нам рассказывают, Нежинский аграрный университет, агрономам рассказывают то, что вот агрегат, который сделан специально для отбора полноценных семян. Вот его используют на финишной доработке и так далее. То есть уже признанная технология, поэтому востребована. Якщо порахувати, да, різницю урожайності, даже одну тонну візьмемо. Ну пусть даже 25 получит процентов. Вот фермеры, это полевые условия экспериментальные, но фермеры в реальности нам рассказывают о цифре 25-30. Вот, ну даже если 20 получу, я окупляю. Да, процентов, да. Прибавка урожайности. Я, говорит, окупляю за сезон работы, все меня влаштовывает. Скільки 25%? Да. Це получается, якщо урожайність 5 тонн. 50 центнерів гектара. Так, 50 центнерів, да. Тобто нехай одну тонну вони отримують прибавки. Це 6 тисяч з гектара. Сепаратор коштує 50 тисяч, нехай. Ну, да, маленький. Умовно кажучи, да. Тобто це 10 гектарів. Менше, ніж 10 гектарів, і він окупляється. Так.
Многие фермеры у нас берут агрегат, сначала пробуют, тестируют маленький, хотя им по производительности, может быть, надо бы там, и 20, и 30 тонн в час. В первый год получили отличный результат, и на следующий год заказывают уже там, на 50 тонн в час, на 100 тонн в час, то есть планируют. Развиваются, так скажем. А куди потім дівати ці рештки? Ну, часто четверту фракцію і п'яту используют на как-то товарне натуральне зерно, на корм птицам і так далі. Хозяйственник сам решает, куда ему использовать. Если что, можно с четвертой фракции еще заработать, отобрать какие-то семена. Там, может быть, их там будет 5-10%. Каждую фракцию можно еще доработать, потому что исходный материал бывает очень разношерстный по своему составу. Если хорошо настроенный комбайн, сразу с-под комбайна машина хорошо чистит. Если плохо настроен комбайн и очень грязное поле, конечно, надо два раза пропустить. Вы же понимаете, что машина умеет считать до 5 фракций, а примеси может быть 25. Поэтому надо планировать, рассчитывать технологию, так скажем. А цифра что означает продуктивность? Да, да. Все машины тарируются по первичной очистке на пшенице. Есть у нас таблица разработана, коэффициент перевода под каждую культуру. Если это, например, соя, коэффициент 0,8, подсолнечник, коэффициент 0,5. Так считается и производительность. В режиме калибровки сепаратор дает 2 тонны в час по пшенице. Сепаратор С4, если мы о нем говорим. То есть цифра в названии сепаратора – это производительность на первичной очистке по пшенице.